При работе на близкой дистанции, когда до противника, до вашего оппонента остается буквально одна фигура-две, то есть дистанция 5-10 метров, ну, не больше, то желательно сделать такой снэп-выход и снэп-шут, чтобы попасть в него. Это делается за счет инерции всего плечевого сустава. Тоже так же стоите неподвижно. И когда нужно вам выйти, нужно просто рывок сделать плечом в сторону. Вот. Для работы на низкой дистанции можно продолжать тоже с тем же самым макаром, используя эти два варианта. На более дальнюю дистанцию сидите за фигурой. Нужно вам выглянуть вправо, соответственно, сделали толчок, вышли. Соответственно, то же самое делается при более близком дистанции, когда оппонент очень рядом. Телодвижения за фигуры типа скручиваний, вот таких, они себя не оправдывают в плане того, что при скручивании выйдет какая-то первая часть, а не все общее. Соответственно, это будет или фидер, или маск. Вот, в принципе, все. Сейчас дальше будем тренировать. Продел тоже нормально, на близкой дистанции, как ты говоришь, на снэпшутов. То есть этим. Рома, стой. То же самое, только не толкайся ногой. Как будто корпусом тела просто. Плечом как бы. Вот. Успокойся. Постои, посиди. Та-дам! Мельчишишь, Ром, мельчишишь. Спрятался за фигурой, подготовился и одним рывком взял один выстрел. Тан! Опять успокоился. Рывком. Тан! Локоть первый выходит. Сожми его. Ага. Локоть попер у тебя, начал замельчишил, успокойся, стал внутри, и внутри сам себе сказал, пам, и выстрелил. Лех, меньше вот это мельчишение, успокоился, встал, и каким-то одним импульсом, чух, вот. Лех, попробуй правую ногу чуть вправо дальше поставить. Не, левая все стоит, все та же стоит, просто правую подальше, чтобы она у тебя, правая нога где? Чтобы она у тебя практически прямая была. Чтобы у тебя не было соблазна, еще правее. Чтобы не было соблазна толкнуть.
ногой. Вот чисто плечами. Что, ноги? Нету скорости, Лёх, скорость пропала. Встань, сядь, успокойся и одним лучше импульсом один сделать. А так это получается, у тебя просто пояс набрал скорость, и ты в одном темпе. На дальней дистанции, когда между вами две или три фигуры расстояния, можно делать выходы за счет фундамента, то есть за счет ног. Делается просто, соответственно, косая фигура, косая фигура, косо выглядываете, не вот такими выходами, а косо. Выход делается за счет таза и выпрямления одной ноги. Игра. Три, два, один. Хоп! 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 Лёх, левую ногу чуть пошире поставь, и пускай она у тебя только толчковая будет, левая нога. Хоп! 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 Далеко прячься вовнутрь. Хоп! 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 Хоп, 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 хоп. Фидер первый углядывает. Хоп! Наклони фидер влево. Во. Не, фидер сам только. Сам не надо наклоняться. Готов? Хоп! 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 Фидер. Угу. Хоп! Наклони фидер еще влево. Сам фидер, просто головку фидера. Хоп! 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 Хоп!
Хоп, хоп, хоп. Локоть тебя подожми. Хоп, хоп, хоп. По два выстрела. Хоп, 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 хоп.